Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд возглавил рейтинг лучших аэропортов в Центральной Азии и странах СНГ. Главная воздушная гавань Азербайджана снова удостоена престижной премии «Лучший аэропорт в Центральной Азии и СНГ» по версии авторитетного международного агентства SkyTrax World Airport Awards 2022. Также впервые в этом году бакинский аэропорт одержал победу в еще одной важной номинации – лучший аэропортовый персонал в Центральной Азии и СНГ. Присужденные награды вновь подтверждают признание зарубежными коллегами наших заслуг и вклада в развитие авиационной индустрии Азербайджана, сказал президент АЗАО Джахангир Аскеров. Награды SkyTrax за 2022 год основаны на опросе World Airport Survey, проведенного в более чем 100 странах мира в течение 8-месячного периода с 2021 по 2022 годы. В ходе опроса оценивалось качество обслуживания пассажиров и услуг в аэропортах.